Всем привет, с вами Inform TV. Недавно стало известно, что советская актриса, звезда фильма «Экипаж» Ирина Акулова находится в страшной нищете и одиночестве. О том, как живет в старости, она сама рассказала в шоу Андрея Малахова. Сейчас актрисе почти 70 лет, и ее помнят по таким картинам, как «Розыгрыш», «Если я полюблю» и, конечно же, всем известный «Экипаж». Несмотря на всенародную любовь и довольно успешную актерскую карьеру, она сейчас живет совершенно одна в старом деревянном доме в Кинешме Ивановской области. Сын последний раз навещал маму больше года назад. А кроме него из родных никого у женщины не осталось. Съемочная группа, которая приехала к актрисе домой, ужаснулась условиями, в которых она проживает. В доме был настоящий бардак. Вокруг куча мусора, а под кроватью вообще нашли дохлую мышь. Соседи по дому утверждают, что артистка – алкоголичка. Она постоянно пьет, и это началось после череды неудачных браков. Сама Ирина утверждает, что в ее жизни все в порядке, но она, конечно же, жалеет, что ей не повезло с мужчинами. Представители Андрея Малахова сделали в доме актрисы ремонт, купили большую кровать и кресло, а также подарили большой телевизор. Будем надеяться, что это скрасит будни бывшей советской любимицы. А вы помните эту талантливую актрису? Если да, ставьте лайк. Не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!